Следи за рукой. Следи. Раз. Два. Поехали. Слушай, если мы будем продавать маски по 10 рублей, то что у нас получается? По 10 рублей? Угу. Да вы сошли с ума, Антон. Вы с ума сошли. Да. Извини, Витек, извини. Ты прав, лучше по 20, лучше. Как вы можете? В стране эпидемия, а вы... Будем шить маски и отдавать их людям бесплатно. Бесплатно? Бесплатно. Угу, хорошо. Еще говорит, что это я с ума сошел.